Я всех приветствую. Наконец-то добрался я на пляж Севастопольский, Хрустальный называется. Решил прогуляться здесь по набережной, посмотреть, как идет реконструкция полным ходом. Очень такое занимательное занятие. Набережную опять укладывают плиткой. Происходит это уже, к сожалению, из-за непогоды не первый. Каждый раз, каждые местные жители уже знают об этом, что как что он проходит. Плитку регулярно смывают в море волнами. Но почему-то не находится никакого более умного решения, чем эту же плитку, ну, не эту же выловленную с моря, а другую, снова уложить на пляж. То есть он не закатывается ни бетоном, ни раствором, ни цементом, не насыпается песок, который точно так же смывало бы, а просто покупается новая плитка, выделяются деньги из бюджета, и новая плитка снова укладывается на место старой. Работа здесь проходит полным ходом, работают с самого утра до позднего вечера. В этом году взяли за набережную серьезно. Как проходит работа, на конечный результат уже посмотрим очень скоро. Пока что выложу полное видео, где будет видно, что сейчас имеем на данный момент. Можете посмотреть и оценить проделанную работу.